Наконец-то я встретил тот фонтан, который заставил меня остановиться и любоваться. Вообще, я знаю, не так много фонтанов, которые бы мне нравились из моих путешествий. А это такой небольшой и, блин, очень даже. Не знаю смысла, интересно потом почитать будет про это. Это вот, да, главная улица. Сейчас я могу немножко рассказать о вчерашней истории в Лодзи. Значит, в итоге я поехал в хостел, он такой самый дешевый. 500 рублей получилось стоит. 500 рублей, и там завтрак включен. На самом деле хостел на одну ночь буквально, потому что там он 4 этажа занимает, но при этом он какой-то весь, не знаю, убитый, не убитый. То есть что-то у них просто ужасно, но какой-то уют они пытаются создать какими-то такими мелочами. В то же время у них это получается. И в итоге получается что-то такое среднее. Но опять-таки, да, на одну ночь завтрак у них нормальный. То есть завтрак я сегодня себе наложил очень много всего. И еще забрал бутерброд с собой в автобус. Кровать у меня вообще была странная, там вместо пружинного матраса поролон обычный лежит такой, где-то сантиметров 10, наверное, на каждой кровати, то есть поролон. Вот. Белье я застилал сам. Ну, возможно, дело в том, что я бронировал буквально до 10 минут, когда я пришел, у них не было этой брони, и так бы, да, они, может быть, сами бы застелили, если бы у них была эта броня, они знали, что я еду. Так она мне сказала, что вот я дам вам. То есть мне даже дали простынь, которую только постирали, но она еще даже не была поглажена. То есть вот. И у меня не хватало одной деревяшки, которая у меня досталась кровать верхняя. Но я думаю, это не важно в данный момент. Потому что внизу, наверное, тоже так же сделана конструкция в любом случае. То есть мне досталась кровать, у которой не было деревяшки, как раз в области поясницы. И там получалась дырка. То есть если ты чуть выше ляжешь, то есть у тебя место поясницы копчик будет в этом месте. Там ты на него упираешься, понятное дело, если на спине лежишь, да, то есть лопатки, как бы идет давление, где лопатки и где копчик. Ты проваливаешься, ну, как бы, не просто проваливаешься, но ты в яме оказываешься. Поэтому приходилось немножко чуть смещаться вниз, чтобы именно область поясницы попадала в эту дырку. Ну, в общем, жесть какая-то стоит. Вот. Зато там, в принципе, то, что 4 этажа, очень такой большой хостел, и мне было куда поставить велосипед, это уже очень хорошо. Дальше у меня хосты, я не знаю, там, как у них будет. Но вот в Варшаве у меня был хост. Мы оставили просто вот в подъезде между этажами. Вот я так и думал, в принципе, что я так буду делать, когда буду останавливаться у кого-то, что буду оставлять именно в подъезде, просто вот привязывать замком к лестнице между этажами. Вот. Главное не на улице оставлять. Не знаю, там может быть солнце насветило. Вот. Вот такой мне достался хостел. Интернет там тоже плохой, не смог загрузить ничего в итоге. Поэтому уже накопились вот это 5-е, по-моему, видео за эти 2 дня. Не знаю, где мне это успевать заливать.
уже тут чисто ходит. Мило, мило. Тоже я бы сказал. А, вот в хостеле том перед отъездом сегодня утром, например, в комнате, оказывается, она жил парень из Харькова. Познакомились, так пообщались. Удивительно, что одна из тем разговора была польский город, Шклярская Поремба, который, ну, вот маленький, и вообще, ну вот как так? Но, оказывается, я и он там были. Я когда ехал, ездил из Горахова, вот в сторону Волостова проезжал это место. Вот, то есть удивительно тоже бывает. Вот, а Чистохове, да. Я пока тут тоже, как во всех других польских городах, очень много красивых полек. Не знаю, кто-то говорит полячек. Но когда к нам польки приезжали в Нижний, которые учились по обмену в Казани, они сказали, что правильно именно польки говорить. Называть их польками, а не полячками. Вот. Да, много здесь красивых, как в Варшаве, в Лодзе. Завтра вот ехать в Катовице. Вот интересно тоже посмотреть. Вот, собственно, вот так. Но фонтан реально крутой. Очень крутой. Да. Вот здесь даже вот эта центральная улица, даже удобнее ездить на велосипеде, чем вот вчера в Лодзе. Сколько там все-таки еще машины ездили. Здесь машины по краям. То есть вот эта вся дорога точно для пешеходов и для велосипедистов, поэтому очень круто. И она очень длинная, то есть я не знаю, где можно в Петербурге так кататься. Нигде. Здесь уже прошел этот бум, я бы сказал, велосипедный. И тур Польши есть, и Михаил Квитковский, который, и Рафал Майка, который в велоспорте на лидирующих позициях в гран-турах зачастую. То есть спорт популярен, велосипеды популярны, велодорожки. Все города перестраивают, делают с велодорожками. Не знаю, когда в России такое будет, и будет ли в ближайшие 5 лет, потому что вроде пытаются, но скидки, но этого очень мало на самом деле по сравнению с тем, что есть здесь. Очень мало. Ладно, я буду закругляться. У меня вот 18 часов, я снова встречаюсь с Адамом. А сейчас я еще пока погуляю вот по этой улице. Хочу доехать вот все-таки до того главного собора. И все, где-нибудь просто отдохнуть на солнышке. Вот, это видео немножко длинное получилось. Но оно как бы все целиком про Лодзе и Чистохову, поэтому дальше только, наверное, готовиться. Вот такие дела. Ладно. Всем счастливо. У меня пока нормально все. Всем пока.